А на площади Воссоединения провели концерт ко Дню России. Жителям и гостям республики показали музыкальные и танцевальные номера. В рамках акции «Мы граждане России», 8 отличившихся в учебе, творчестве, спорте и общественной работе, ребята получили главный документ страны – паспорт. Организаторы «Народный фронт» и Комитет республики по делам молодежи. Вручение паспортов – это такой момент, который запоминается на всю жизнь. И это не случайно, что в этот день, на этой площади мы вручаем нашему подрастающему поколению паспорта.